Я хочу попросить тебя об одолжении, сэр рыцарь. Я собираюсь сделать предложение леди Селине, а она не сможет отказать рыцарю короля. Я прошу тебя управлять моими поместьями и помочь мне добиться большего уважения. Я вернусь из крестового похода, когда король будет выбирать достойного для посвящения. Скоро из рыцарей благородных кровей будет выбран рыцарь короля. Хотя ты сам и не можешь занять это положение, мы могли бы помочь в этом сэру Вильяму. Похоже, сэр Вильям потратил все свое золото на войско для крестового похода. Сокровищница практически пуста. Награда достанется тому рыцарю, который за отпущенный срок добьется большего уважения. Сэр, вы еще не пользовались услугами возчика? Давайте я объясню, как отправлять товар. Выберите количество товара. Выберите товар. Выберите количество товара. Выберите товар. Выберите количество товаров. Выберите товары. Выберите количество товаров. Теперь мы управляем замком сэра Вильяма, и наша задача — добиться здесь уважения. Надо устраивать не только пиры, но и танцы, и ярмарки. Кроме того, я бы посоветовал построить церковь. Поместье сэра Вильяма в упадке, господин. Думаю, нужно сначала заняться хозяйством, а потом уже задуматься об уважении. Вас недолюбливают, мой лорд. Амбар почти пуст, господин. Обычные рационы. Фермы нужно размещать в долине. Люди уходят из замка. Выберите товары. Выберите количество товаров. Товар уже в пути, мой лорд.
выберите товар. Выберите количество товаров. Выберите товар. Выберите пункт назначения. Если мы собираемся устраивать бал, то нужно наладить производство ткани. Я предлагаю построить несколько овчарен и ткацких мастерских. Ваша популярность растет. Люди вас весьма уважают, мой лорд. Нельзя здесь строить, мой лорд. В казне никаких изменений, мой лорд. Люди любят вас, мой лорд.
если мы собираемся устраивать бал, то нужно наладить производство ткани. Я предлагаю построить несколько овчарен и ткацких мастерских. Вы очень хорошо нас кормите, мой лад. Я всегда сыт. Люди просто боготворят вас, сэр. Люди просто боготворят вас, сэр. Ой, вы слышали? Рыба опять подорожала. Сама-то я рыб не ем. Добрый вечер, господин. Доброе утро, мой лорд. Среди крестьян начался мор. Давай, давай! Ну вот, мой лорд, теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются. Земля слишком неровная, чтобы на ней строить. Ваша светлость, истекла половина срока, а вас еще недостаточно уважают. В здании нет работников, сэр.
Люди просто боготворят вас, сэр. Двойные рационы. Здорово. Люди просто боготворят вас, сэр. Добрый вечер, сэр. Я вернулся с трофеями. В пути я наткнулся на этот священный скипетр. Надеюсь, он склонит мнение короля в мою пользу. Я хочу усилить королевскую стражу. Это графство должно обеспечить ее оружием. С тем, кто первым произведет нужное количество оружия, будет заключен выгодный договор. Думаю, у нас хорошие шансы, мой лорд. Сэр Вильям в отъезде. Он ухаживает за леди Сиреной. А сэр Грей, как всегда, проспит все на свете. Единственный серьезный противник — это сэр Эдвин. Он уже увеличил добычу железа. Сэр, вы еще не пользовались услугами возчика? Давайте я объясню, как отправлять товар. Нам срочно нужно железо, мой лорд. В одном из наших поместий есть руда, и я приказал немедленно начать ее добычу. Скоро телега с железом будет доставлена.
Выберите товар. Выберите товар. Выберите товар. Выберите товар. Выберите пункт назначения. Выберите количество товаров. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Выберите количество товаров. Люди любят вас, мой лорд. Сэр Эдвин в одном из своих поместий уже давно добывает железо. У него неплохие шансы в этой гонке. Выберите товары. Выберите количество товаров. Выберите товары. Выберите количество товаров. Люди просто боготворят вас, сэр. Выберите товар. Среди крестьян начался мор. Выберите количество товаров. Выберите товары. Выберите количество товаров. Товар уже в пути, мой лорд. Сэр Эдвин жульничает. Вместо того, чтобы делать оружие, он купил его за границей. Мы должны были соревноваться в производстве. Это нечестно. Хватит ныть, Симкинс. Я бы тоже купил его, если бы смог. Кроме того, мы ничего не сможем доказать. Товар уже в пути, мой лорд. Сэр Эдвин выигрывает, господин. Нужно ускорить производство. Thank you.
Выберите товары. Выберите количество товаров. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд. Выберите товар. Куда целиться, сэр? Мы идем. Натянуть тетиву. Мы в пути. Соберитесь вместе. За тебя, господин. Меняем дислокацию. Оружию. Готовьтесь. И снова в путь. Люди просто боготворят вас, сэр. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Выберите товар. Выберите количество товаров. Thank you.
Земля слишком неровная, чтобы на ней строить. Земля слишком неровная, чтобы на ней строить. Выберите количество товара. Товар уже в пути, мой лорд. Люди просто боготворят вас, сэр. Люди просто боготворят вас, сэр. Люди просто боготворят вас, сэр. Добрый день, сэр. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Выберите количество товара. Товар уже в пути, мой лорд. Thank you.
Работа остановлена, мой лорд. Выберите товар. Выберите количество товара. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Выберите товар. Выберите товар. Укажите частоту отправки. Склад полон, мой лорд. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Добрый день. Выберите товар. Выберите количество товара. Товар уже в пути, мой лорд. Как у вас дела? Склад полон, мой лорд. Выберите товар. Укажите частоту отправки. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Ну вот, мой лорд, теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются.
налоги в эскалации. Я прям не знаю, что теперь делать. Доброе утро, Вася. Доброе утро, Вася. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Победа за тобой! Поздравляю, сэр Рыцарь! Нет! Я потратил на это оружие целое состояние! Что мне теперь с ним делать? Возможно, оно еще пригодится.